Приветствую всех на моем канале. Мне в комментариях прилетали приветы из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, с Румынии. Вам тоже огромный от меня привет. Очень приятно, что меня смотрят не только в России. Сегодня мы будем вязать туфельки крючком. 11 сантиметров по подошве. Пряжу у меня Янар Джинс. Крючок буду использовать 2 миллиметра. Начнем вязать с подошвы. Моя подошва, как всегда, готова. У меня двойная подошва. Дальше для вас ставлю кусочек видео, как связать одну такую подошву или двойную, как у меня. Подошва одиннадцать сантиметров. Делаем первую петельку и набираем двадцать одну воздушную петлю. Один, два, три, двадцать, двадцать один и плюс 2 воздушные петли подъема петельку придерживаем 2 воздушные петли подъема, и в ту петельку которую придерживали или в третью от крючка петлю провязываем 2 столбика с одним накидом 1 и в эту же петлю второй столбик Далее вяжем по цепочке девятнадцать столбиков с одним накидом. Один, два, три, восемнадцать. Девятнадцать. Осталась одна петля. Сюда провязываем пять столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре. 5. Вот этот хвостик сразу будем вязывать. Вяжем по цепочке девятнадцать столбиков с одним накидом. Один, два, три. Восемнадцать девятнадцать. Осталась одна петля. В нее провязываем два столбика с одним накидом. Первый ряд довязан. Делаем соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема второй ряд одна воздушная петля подъема следующие две петли будем провязывать по одному прибавлению вяжем 2 столбика без накида в одну петлю первое прибавление и в следующую петлю второе прибавление

Восемь, далее три полустолбика с накидом. Один, два, три, восемь столбиков с одним накидом. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Далее будем вязать пять прибавлений подряд. Одно прибавление состоит из двух столбиков с одним накидом. Один два. Три четыре пять Далее повторяем все то же самое зеркально этой стороне восемь столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Далее 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, семь, восемь и остается две петли сюда провязываем по одному прибавлению. Один, два. Второй ряд довязан. Соединительную петлю провязываем в воздушную петлю подъема. Третий ряд одна воздушная петля подъема. Следующие четыре петли провязываем по одному прибавлению, то есть всего четыре прибавления. Одно прибавление из двух столбиков без накида. Один, два, три. 4. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3. Три, четыре, пять, шесть, семь. Далее шесть столбиков с одним накидом. Один, два, три. Четыре, пять, шесть. В следующие десять петель мы будем провязывать по одному прибавлению. Одно прибавление из двух столбиков с одним накидом. Всего десять прибавлений. Один. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. 10 и снова повторяем все то же самое, что вязали на этой стороне. 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 7 полустолбиков с накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, и остается четыре петли. Каждую провязываем по одному прибавлению. Один, два. Три, четыре соединительную петлю провязываем воздушную петлю подъема. Сейчас мы с вами связали как бы след ножки, то есть вот эти размеры пяточка. Мысочная часть они полностью повторяют размеры ножки малыша, но для того чтобы ножки было комфортно, нужно увеличить еще на 5 миллиметров по кругу. Поэтому мы сейчас провяжем еще один дополнительный четвертый ряд. Воздушная петля подъема. Далее вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2. 3 4 5 в следующую в шестую петлю провязываем прибавление из двух столбиков без накида мы весь ряд будем вязать столбиками без накида далее вяжем двадцать пять столбиков без накида 1 2 3 24 и 25 в следующую петлю провязываем прибавление далее 10 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 в следующую петлю третье уже прибавление далее 25 столбиков без накида 1 2 3 24 25 в следующую петлю провязываем прибавление и должно остаться еще пять петель. В каждую петлю вяжем по одному столбику без накида: 1, 2, 3, 4, 5. Подошва готова. Те, кто оставляет одну подошву, вяжем так. Соединительную петлю провязываем. Вот она, воздушная петля. Вот следующая петелька. Вот за следующую петельку мы будем соединяться. И будем соединяться не как обычно, а с изнаночной стороны ведем крючок на себя, захватываем ниточку и соединяемся. Разворачиваем изнаночной стороной на себя. И теперь будем провязывать соединительными столбиками под каждую петельку. Итак, нам нужно провязать 78 соединительных столбиков по кругу. За вот эти петельки дальше мы будем вязать бортики. Для тех, кто вяжет вместе со мной двойную подошву, ниточку отрезаем Вот воздушная петля, вот следующая петелька. Вводим крючок в следующую петлю. С изнаночной стороны на себя захватываем кончик нити, выводим на изнаночную сторону. Подошву разворачиваем. Вот была последняя петля. Под этой петлей есть вот такая перемычка. Вводим крючок в эту перемычку и в центр последней петли. Захватываем ниточку и вытягиваем. Хвостик прячем тут же на изнаночной стороне. И вяжем точно такую же вторую деталь. Две детали подошвы готовы. Соединим их вместе. Складываем изнаночной стороной внутрь. Сначала пройдемся соединительными столбиками по центру, а затем по краю подошв. Начнем с пяточки. Вводим крючок в самое большое отверстие на одной подошве. И в это же самое большое и первое отверстие на второй подошве. Вытягиваем петельку, и теперь отверстие в отверстие будем провязывать соединительными столбиками. Соединили центр, ниточку отрезаем, а кончики спрячем на изнаночной стороне. Повторяем то же самое с первым хвостиком. Зафиксировали центр. Теперь пройдемся теми же соединительными столбиками по краю подошвы. Вот эту косичку центральную я оставляю снаружи, поэтому переворачиваю косичкой вниз. Выравниваю. Теперь ввожу крючок. Петлю на одной подошве и в петлю на другой подошве. Захватываю ниточку. И теперь петля в петлю. Пройдемся соединительными столбиками по кругу всей подошвы. Всего должно быть 78 соединительных столбиков. Почти довязала. Теперь нужно спрятать вот этот начальный хвостик. Прячем его на изнаночной стороне. и довязываем соединительными столбиками до конца. Довязали, ниточку отрезаем. Этот хвостик можно спрятать сейчас, а можно оставить. И потом, когда мы будем вязать бортики вот за эти петли, мы его просто вяжем. Подошва готова, давайте измерим. Моя подошва 11 сантиметров. Вяжем бортики, делим подошву на пяточки пополам и начиная с той петли, что находится левее, закрепляем нить воздушной петлей и сюда же провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем и будем его сразу вязывать и вяжем по кругу семьдесят восемь столбиков без накида, два три, четыре, пять, семьдесят семь, семьдесят восемь. Для того чтобы шов не уходил в сторону и был менее заметен, соединительный столбик мы будем провязывать не за воздушную петлю подъема, а за следующую петельку и делайте соединительную петлю потуже. Первый ряд довязан, второй ряд, воздушная петля подъема и начиная с той же петли, куда мы соединялись, вяжем по кругу семьдесят восемь столбиков без накида. Всего на бортике нам нужно провязать 4 ряда. Один ряд мы уже провязали, второй, третий и четвертый провяжите самостоятельно. 4 ряда бортиков провязано. В конце четвертого ряда соединительную петлю провяжем за воздушную петлю подъема. Чтобы не потерять соседние петельки. Ниточку отрезаем и переходим на вязание пяточки. Для этого нам нужно определить 34 средние петли на пяточке. Вяжем пяточку. Закрепляем нить воздушной петлей. Сюда же провязываем первый столбик без накида, Хвостик подтягиваем, сразу его будем ввязывать. И вяжем до второго маркера 34 столбика без накида. 1, 2, 3, 33, маркер убираю, 34, воздушная петля подъема, Разворачиваемся второй ряд, ряд будем начинать и заканчивать с убавления. Убавлением провязываем так вытягиваем первую петельку из первой петли и сразу же вторую петельку из второй петли и провязываем все три петли на крючке, далее вяжем 30 столбиков без накида. 1, 2, 3, 29. Тридцать и заканчиваем ряд убавления. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся. Третий ряд. Начинаем с убавления. Далее двадцать восемь столбиков без накида. Один два, три, двадцать семь, двадцать восемь. И заканчиваем ряд убавлением. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. Четвертый ряд. Начинаем, как обычно, с убавления. Далее 26 столбиков без накида. Один, два, три, двадцать пять, двадцать шесть. Убавление в конце ряда. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. Пятый ряд. В пятом ряду сделаем убавление на пяточки для лучшей посадки. Также начинаем ряд с убавления. Далее 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавление. Далее 4 столбика без накида. еще одно убавление 8 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 и заканчиваем ряд убавлением воздушная петля подъема разворачиваемся шестой ряд начинаем ряд с убавления далее 20 столбиков без накида 1 2 3 19 20 и заканчиваем ряд убавлением Ниточку отрезаем. Вот что у нас получилось на данный момент. Дальше мы будем вязать мысок. Переходим на вязание мысочка. Сейчас нам нужно связать вот тут между рядов 4 столбика без накида и 1 полустолбик. Вводим крючок. Вот сюда в уголок закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем, сразу его вяжем. Один, два. Три, четыре и один полустолбик. Далее вяжем один полустолбик с накидом по бортикам. Далее вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Далее мы будем провязывать 9 убавлений по мыску, а между убавлениями будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. Убавление вяжем так, делаем накид. Вытягиваем петельку из первого столбика, не довязываем столбик с накидом до конца. На крючке 2 петли. Снова делаем накид, вытягиваем петельку из следующего столбика, не довязываем его до конца. На крючке 3 петли, провязываем их все вместе. Далее 2 столбика с одним накидом. Второе убавление накид. Не довязали первый столбик с накидом до конца. Накид. Не довязываем второй столбик до конца. Три петли на крючке. Провязываем все три петли вместе. Два столбика с одним накидом. Третье убавление. Два столбика с одним накидом. Четвертое убавление. Два столбика с одним накидом. Пятое убавление. Два столбика с одним накидом. Шестое убавление. Два столбика с одним накидом. Седьмое убавление. Два столбика с одним накидом. Восьмое убавление. Два столбика с одним накидом. И последнее девятое убавление. Далее вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Осталась одна петля на мыске. В нее провязываем один полустолбик с накидом. И далее повторяем зеркально этой стороне. Нам нужно провязать один полустолбик и 4 столбика без накида. Вот этот хвостик давайте сразу вяжем. Один полустолбик с накидом. Дальше 4 столбика без накида. Один, два, 3 и в уголок 4. Возвращаемся в начало и теперь будем провязывать ниточкой другого цвета. Вводим крючок в первую петельку и провязываем сюда 3 воздушные петли подъема. И эти три петли у нас будут вместо первого столбика с одним накидом. Далее будем вязать пышными столбиками. Вязать мы их будем так. Делаем накид, вытягиваем петельку один раз, накид, отсюда же вытягиваем петельку второй раз, накид, и отсюда же вытягиваем петельку в третий раз. И провязываем все петли на крючке, как обычный столбик с одним накидом. Один, два. Далее воздушная петля. Пропускаем одну петлю и в следующую провязываем пышный столбик. Один накид, вторая петля накид и отсюда же третья петля. Второй пышный столбик, воздушная петля. Пропускаем, из следующей вывязываем третий пышный столбик. Два накид, отсюда же третья петля. Воздушная петля. Вяжем четвертый пышный столбик. Петельку пропускаем, следующую провязываем один. Два, три, воздушная петля и пятый пышный столбик пропускаем из следующей вытягиваем один, два, три, провязали пять пышных столбиков между столбиками. Мы провязывали воздушные петли. Следующие 12 пышных столбиков мы будем провязывать также, но воздушных петель уже вязать не будем. Пятый. Давайте я их буду эти столбики считать заново. Накид. Петельку пропускаем и следующий вытягиваем. Один, два, три. Провязали. Это первый пышный столбик. Второй пышный столбик пропускаем и следующий вытягиваем. Третий пышный столбик. Четвертый пышный столбик. Пятый пышный столбик шестой седьмой. Восьмой девятый десятый. Одиннадцатый и двенадцатый пышный столбик. Нам осталось провязать еще пять пышных столбиков, а между ними будем провязывать снова по одной воздушной петли, после двенадцатого провязываем воздушную петлю. Первый пышный столбик воздушная петля, второй пышный столбик воздушная петля, третий пышный столбик. Воздушная петля четвертый, воздушная петля пятый пышный столбик, и осталась одна петля, в нее провязываем. Один столбик с одним накидом. Вот эту ниточку давайте отрежем. Мы довязали мысок. Теперь делаем воздушную петлю ниточкой белого цвета. Вот эти все хвостики, конечно, лучше сразу вязать воздушная петля далее провязываем 2 столбика без накида вот под этот последний столбик с накидом 1 и сюда же второй столбик без накида далее вяжем по пяточке 22 столбика без накида один и два, три, двадцать один, двадцать два. Далее вяжем под вот эти три воздушные петли два столбика без накида. Один, сюда же второй столбик без накида. Дальше мы будем вязать по мыску 31 столбик без накида. В вершину пышного столбика. 1. Далее под воздушную петлю 2, в вершину столбика 3, под воздушную петлю 4, в вершину столбика 5, под воздушную петлю 6, 7, 8. Далее вяжем, так как мы тут не делали воздушных петель. Просто вяжем в каждую вершину пышного столбика. 9, 10, 11, 30, 31. Далее вяжем завязочку. 38 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. 37, 38. Одна воздушная петля подъема. И начиная со второй петли провязываем соединительными столбиками. Провязываем шнурок до конца. Далее вяжем Далее вяжем по пяточке двадцать шесть столбиков без накида. Один, два, три, двадцать пять, двадцать шесть. И снова вяжем тридцать восемь воздушных петель. Один, два, три, четыре. 5, 37, 38. Одна воздушная петля подъема и начиная со второй петли провязываем соединительными столбиками. Провязываем так весь шнурок до конца. И сейчас давайте пройдемся вот тут под последним рядом соединительными столбиками. Так будет и надежнее, и симпатичней Спускаемся вот сюда, куда провязывали последний двадцать шестой столбик на пяточке. И провязываем соединительную петлю. И теперь под последним рядом вяжем соединительные столбики. И закончим давайте ряд соединительный вот сюда, в начало, в основание шнурка. Вот так. Ниточку отрезаем, хвостики прячем. Вот и все, туфельки готовы. Спасибо за просмотр. Ровных вам петелек. Всем добра.